Так, ну и всем привет, с вами Дымок. Опять сегодня я буду играть в Зому и Клэш Рояль. Я создал сусер, со мной сегодня Мотя, поздоровайся. Привет. Сразу из обычного сундука мне выпало Лего. Призрак. Кстати, у него в доте был призрак, а у меня принцесса. Этот червак офигенный. Давай присоединяйся в мой клан, мне одному-то скучно. Там-то будет. Я, короче, я такой добил, я буду сейчас открывать просто сундучки. Да, у меня вчера были, но я удалил это все. У меня просто все карты, прикинь, были. Кстати, бочка ванна у него обычная, Мега-рыцарь. Так, значит, знаешь, вот эта ведьма, она офигенная. Какая? Обычно. Она офигенная. Какая на этих птичках? Так, мега-жопника. Так, покажи прикол-то, это... А, ты еще кончил. А. Громадия была. Просто, а как поднять бабла? Птичка. Кто он там? Как его зовут? Кто он там? В роботе сидит с молотом. Не помню, как его зовут. Так, вместо этого говна. Да присоединяйся в мой клан. А как поднять ба? Так, захожу. Сила. Так. Ставлю сразу ракету. Это офигенно. Я просто толпу сразу всю выставила. Я просто... У меня ракета уже сразу вынесла. Просто, видишь. Просто я уже выигрываю. Выиграл просто. Враг один яд выпустил, все. А как тут с игроками? Тут только с тренером можно поиграть. Все. Сейчас изменю. Лего сразу третий. А, я взял, не знаю. Так. О, что, капец, наркомания сейчас. Три душечки. Мушкетки. Все. Короче, давай ты создашь клан. Принцесса, знаешь, тремя фаерболами стреляет. Сейчас создай ты клан. Сейчас. А как это? Я не знаю, как хочешь. Офигеть, две леги. Как хочешь, называй, мне пофиг. Принцесска нормально. Я знаю, я не такой тупой. Да хоть сколько трофеев ставь. Как называется? Шахта. Выпала. И этот, кто он там, громовержец. Так, как он там называется, чуваки? Чуваки. Поиск. Почему я не могу? У меня сразу перезагружается, я не могу. Я найти не... О, я нашел! Это... Да. Опа. Мота. Да, я.
Угу. Ура! Го, дружеский бой. Сейчас. А, я не могу, у меня сразу это ошибка. Мы теперь не сможем. Ага. Видишь, в чем прикол? А почему ты на первом месте, а я на втором? Тру-тру. Че? Че? У меня почти... Ты заметил то, что у картинка у этого? Ну вот, мне как раз ледяной этот упал, выпал. Да, ну вот, смотри, причем. Ну, да я видел. Его сразу надо поставить, он офигенный. Так, вот он. Он сам заморозкой стреляет. Он сам замораживает. Все, я пошел на бой. Ну там же с тренером, там больше ты ни с кем не можешь. Вот видел, там карта на этих называется. Просто я уже снес. Это ракета, которая она быстро сносит. Я тоже так сказал. Мне немного осталось там. Я уже почти... Просто все. Смотри, какой это уплыв, правда. Офигенно. А, если бы я клоун сейчас выбил, я бы клоун там много чего. Так. Сразу лего. С первого сундука. Ну, чтобы... Не... О, зеркало нормально. С этого только фиолетовый. Я не знаю, как он... Нет. Не магический. Да нет! Ой, мне еще здесь много карт. О, просто пушка вот толпа. Две лиги в магическом. Так, еще один. О, мне башня. Арбалет мне выпал. Дровосек мне выпал. Нифига тут. Ой, мне три мушкетки выпало. Еще раз дровосек мне выпал. Господи. Сколько? Мне тут немного карт осталось. Я скажу. Какая здесь толпа же. Так, Матвей, скажи, где ты этот... мне скажи, где ты взял этот приватный сервер. Говори, где ты. Там король варваров. О, королева лучниц сразу. Я знаю, вчера же у меня все карты были. Ой, господи, мне здесь столько мало карт. А это что? Я этого не использовал еще. Это просто обычный чувак, он стреляет, как он, исцеление. Так. Сначала кидайте по огненный шар какой-то. Так. О, сейчас я ребят, подписчикам покажу самую офигенную карту. Какую? Понял, да. Так, если она... Сейчас я их здесь в самом начале вытащу. И смотрите, видите эти три ракетки? Мы их кидаем. В смысле? Почему они сразу не уничтожили? А, мне надо уровень прокачать немного. Нет. Просто они сразу сносят. Я три мушкетки забыл. Вот, и смотрите. Па-па-па-па, выиграл. Я выиграл тоже. Это скучно, а не приватный сервер. Это обычный.
очень приватный сервер, там скучно. И посмотри, кстати, смотри, сейчас я улучшу, значит, эти карты. И возьму вот эту, и вы посмотрите, в чем разница. Так, смотрите, ребят, значит, мы запускаем эти ракеты. И мы выигрываем, просто до второго уровня улучшаем, и мы выигрываем. И посмотрите, прикол в чем. И посмотрите. И посмотрите, сейчас я вам покажу, в чем смысл других вот этой ракеты. Господи, она очень дорогая, и она полная фигня, а не ракета, вот эти. Да ты чё, она у меня... Она фигня. Левела, она сносит. Это фигня. Сейчас я запущу нас первого левела и посмотрю, это больше или сколько. Нет. И просто смотри, первого левела фигня. Ребята, мне позвонили, и посмотрите, мне минус башню сделали. Ой, господи. Все, я проиграл. Ту-ту-ту-ту-ту-ду-ду-ду, сундучок я открою. Сколько гемов? У меня очень много. Вчера у меня было 50 миллионов гемов. У меня столько, в принципе, накопилось миллионов. Вот. Скинь нам там чел. Посмотри, ну, кто там нам пришел. Рома. Поидор. Поидор. А, помнишь, как мы ржали-то? Питер. Питер. Вместо Т добавьте Д. Смотри, этот не арбалет больше всего нравится. Он прыхольный. Я расчистил поставить, то он... Принцесса. Я такой нашел приватный сервер, но у меня памяти не хватило его скачать, потому что он реально крутой. И там вот даже обычные леги, редкие леги, эпики леги, легендарки, легендарки, это легендарки, мифические карты там есть. Я просто, у меня все хватит, у меня же дофига это. А, ну ты скачай, я покажу какой. Просто смотри. Вышибал полностью наркоман какой-то. Значит так, ты смотри на это. Бам-бам-бам-бам-бам. Просто снес. Еще. Так, ребята, продолжаем. И мне, конечно, несли. К нему пришла одноклассница. Ну и как моя первая одноклассница. Так, ну, ребят, на этом мы будем заканчивать. С вами был Дымок X5. И всем пока.